Эфир своего ТВ продолжит программа «Актуальное интервью». Меня зовут Анна Харунжева. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск будет особенно актуален для школьников и для их родителей. Что такое всероссийские проверочные работы? Зачем они нужны? Кто будет их писать? Сегодня поговорим об этом со Светланой Гонделевой, заместителем начальника отдела общего образования Министерства образования Ставропольского края. Светлана Петровна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что пришли. Ну, давайте начнем с общего вопроса. Что такое всероссийские проверочные работы? Я думаю, не все телезрители знакомы с этим понятием. Да, вполне возможно. Всероссийские проверочные работы – это, по сути, итоговые контрольные работы. Проводятся они в отдельных классах, по отдельным предметам. И процедура – это уже не нова. ВПР в нашей стране проводится с 2015 года. И в настоящее время они стали самой массовой оценочной процедурой в системе российского образования. Угу. Ну, а там были сначала пилотные регионы? Или пилотные регионы, пилотные классы, пилотные предметы. Сейчас уже на протяжении нескольких лет ВПР действует в штатном режиме, и написание их практически для всех классов обязательно. Ну, я думаю, мы об этом подробнее сегодня поговорим. А для чего нужна столь масштабная проверка знаний и как ее результаты могут повлиять на судьбу ребенка? Ну, прежде всего, всероссийские проверочные работы проводятся для того, чтобы определить уровень знаний обучающихся и соответствует ли этот уровень знаний федеральным государственным образовательным стандартам. Это в первую очередь. Организация предусматривает проведение единых контрольных работ, и оцениваются они по единым критериям. Данные, которые мы получаем в результате проведения или по итогам проведения всероссийских проверочных работ, они используются потом для того, чтобы сделать выводы о тех знаниях, которые ребята получили в течение учебного года. Педагоги могут проанализировать результаты своего труда, увидеть проблемы в преподавании того или иного предмета. Школе результаты позволяют вести самодиагностику. Ну, например, они могут увидеть, как какое методическое объединение учителей-предметников работает хорошо, какое не очень хорошо, где есть какие-то трудности и проблемы. Кто из учителей, соответственно, работает лучше, хуже и так далее. Кому помочь, а чей опыт, наоборот, обобщить, транслировать. Кроме того, можно видеть успеваемость по каждому классу, по отдельному ребенку. Ну, а родителям результаты всероссийских проверочных работ позволяют увидеть уровень подготовки своих детей. И это очень важно. Ну, и прежде всего хочется особенно отметить, что школа самостоятельно определяет, как использовать эти результаты всероссийских проверочных работ. Но в текущем году по рекомендациям Минпросвещения России, Рособорнадзора и Министерства образования Ставропольского края рекомендуется школам учитывать результаты всероссийских проверочных работ как результаты итоговых контрольных работ в форме промежуточной аттестации. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на ребят в плане проведения различных диагностических работ, контрольных работ, проверочных работ, то есть не задваивать их количество. Ну вот в последнее время можно увидеть и прочитать в соцсетях о том, что они в принципе не нужны, что и так хватает всяких проверок, что это лишняя трата времени и нервов учеников и учителей в том числе. Как вы прокомментируете вот такую точку зрения? Ну, я думаю, что споры о необходимости и целесообразности проведения ВПР основываются прежде всего на том, что люди не понимают сути самого этого мероприятия. Самое главное проводить эти работы очень объективно. И потом по результатам проведенных работ своевременно корректировать индивидуальную образовательную траекторию каждого ребенка с целью того, чтобы, подойдя, допустим, в 9 или в 11 классе к государственной итоговой аттестации, ребенок и его семья не столкнулись с такой преградой, которую преодолеть уже физически просто невозможно. Они не успеют наверстать все то, что было упущено. Дело в том, что когда ребенок учится,
Очень часто бывает так, что какая-то тема не понята. Потом не понимается следующая тема. И все это накапливается с годами, как снежный ком, который потом всю эту ситуацию разрулить очень трудно. В итоге судьба ребенка может кардинально измениться. Ну, например, он не поступит в тот вуз, который он планировал поступить. Или будет учиться, но не той специальности, которая ему нравится. Естественно, это серьезная и травма, и психологическая, и вообще судьба ребенка меняется. И вот для того, чтобы этого не было, по результатам всероссийских проверочных работ, в том числе, можно скорректировать индивидуальную образовательную траекторию ребенка и увидеть, какие проблемы у него возникли, и постараться их решить все вместе. Ну, вот сейчас мы переходим к объемному достаточно вопросу. Кто будет писать проверочные работы и каков график их проведения? Ежегодно график проведения всероссийских проверочных работ устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, то есть Рособорнадзором. Но в последние годы, если раньше это были четкие даты, в которые каждый класс отпишет какой-то определенный предмет, в последние годы школам предоставляется в рамках определенного Рособорнадзором временного периода выбирать конкретные даты проведения работ для каждого класса и по каждому предмету самостоятельно, в соответствии со своим графиком. Ну вот, например, можно сказать, что уже с 1 марта стартовало проведение во всей стране, естественно, в нашем Ставропольском крае, стартовало проведение всероссийских проверочных работ для учеников старших классов. Им в период с 1 марта по 25 марта предстоит написать всероссийские проверочные работы по нескольким предметам, таким, например, как биология, химия, физика, история, иностранный язык, география. Вот как раз вот в этот временной период. Конкретно в какие даты это определяет школа. Причем для учащихся старших классов существует при проведении ВПР такая особенность, что те дети, которые сдают ЕГЭ по данному предмету, они могут ВПР по этому предмету не писать. Могут. Но если хотят, пусть пишут, для того, чтобы увидеть там свои знания и так далее. Очень часто бывает так, что дети, написав ВПР, и родители видят, что знания у ребят недостаточно для того, чтобы сдавать ЕГЭ. Может быть, где-то надо подтянуться по этому предмету, наверстать кое-что, какие-то пробелы и так далее. И еще одна особенность написания ВПР на старшей ступени. В зависимости от учебного плана школы, ВПР по географии ребята могут написать либо в 10 классе, либо в 11. Это зависит от того, например, если география изучается в 10 классе один год, и они заканчивают изучение географии в 10 классе, то тогда ВПР ребята будут писать в 10 классе. Если география изучается и в 10, и в 11 классе, тогда написание этого предмета будет уже в 11 классе. Ну, что касается... Это старшие классы. Что касается обучающихся с 4 по 8 класс, то здесь написание всероссийских проверочных работ будет начато с 15 марта и продлится до конца учебного года, до 20 мая. Причем ребята разных классов будут писать разные проверочные работы, имеется в виду разные предметы. Ну, например, четвероклассники будут писать в обязательном порядке русский язык, математику и окружающий мир. Пятиклашки напишут русский язык, математику, историю и биологию. А вот с ребятами 6, 7 и 8 классов здесь особенность. Значит, ребята в 7 классе должны в обязательном порядке написать русский, математику и иностранный язык, основной, который они изучают. В 6 и 8 классе обязательными являются русский язык и математика. Но в этих классах, 6, 7 и 8, помимо вот этих предметов, которые я назвала, в результате случайной выборки, которую будет производить федеральный организатор проведения всероссийских проверочных работ, ребятам будут добавлены еще по 2 проверочные работы по другим предметам. Ну, это может быть история, биология, ну, в зависимости от класса. Допустим, в 7 классе и в 8 это может быть физика добавлена. Но это 2 предмета, и школа об этом узнает за неделю до того, как эта работа должна быть написана.
Ну и еще что хочется отметить, что все работы, еще раз повторяю, пишутся по единым текстам, которые разрабатываются на федеральном уровне. Организатором проведения всероссийских проверочных работ является Федеральный институт оценки качества образования, который является организацией подведомственной Рособорнадзору. Они же для каждой школы определяют варианты заданий. То есть каждая школа получает свой индивидуальный комплект заданий по каждому предмету, который не встретится больше ни в какой другой школе. И, соответственно, можно идентифицировать, если вдруг, не дай бог, происходят какие-то утечки работ в интернете, то мы можем определить, какая школа по этому работу писала и откуда пошла утечка. То есть вот это очень тоже важно знать. И еще один момент. Пишут ВПР ребята в своих школах. Продолжительность написания работ в разных классах по разным предметам разная. Ну, в среднем она занимает от 1 до 2 уроков. И рекомендуем мы писать эти работы на 2-м, 3-м уроке учебного дня. Да, давайте еще раз подытожим, может быть, конкретно вот про Ставропольский край. Один предмет и в течение 1 года, то есть они должны сдать одно ВПР, или... Одно ВПР по одному предмету в одном классе. Но да. в один год может быть разные предметы в этот же год. Или... Значит, смотрите, написание ВПР идет весной. Так. Март, май. Да. Сроки я уже обозначила. Да. По каждому классу существует определенный набор предметов, которые устанавливает Рособорнадзор. В этом году. Для 4-го, да, там, допустим, да, 3 предмета. Да. Как правило, уже этот набор предметов устоявшийся, но с годами могут быть корректировки в ту или иную сторону. И на федеральном уровне все одинаково? Все одинаково. То есть совершенно. У нас нет своих каких-то... Нет, конечно. Нет. Понятно. Знаю, что дети сдают ВПР и дистанционно. Да. Это так получилось вот в связи с пандемией? Нет. Нет? Нет. Это принято уже давно, уже несколько лет. На протяжении нескольких лет ребята 7-х и 11-х классов в компьютерном формате выполняют ВПР по иностранному языку. А в этом году учащимся 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов предоставлена возможность попробовать написать ВПР в компьютерной форме по 4 предметам. История, биология, география и обществознание. Но сразу оговорюсь, школа выбирает и определяет сама, в какой форме ребята будут писать эти работы. В традиционной, как обычно, то есть распечатанные листы, бланки и так далее. Либо они могут попробовать компьютерный формат. Что это такое и так далее. Мы же все переходим в век компьютерных технологий, поэтому и проверка тоже будет учителями осуществляться в этих классах. Если ребята писали в компьютерной форме работу, то работа учителями будет тоже осуществляться в удаленном режиме, то есть в компьютерном формате. А из дома это возможно сделать? Нет, только не надо. Мы в первую очередь должны быть нацелены на объективное проведение работ, чтобы получить объективные результаты и с ними потом работать. Это самое главное условие. Ну вот наболевший вопрос, я думаю, для многих родителей и школьников в том числе. Разве вот недостаточно зачетов контрольных, которые так на постоянной основе всегда идут и шли, которые по графику идут? Зачем еще? Давайте сразу... Да. Определимся и скажем о том, что эти работы, они тоже идут по графику. Причем этот график устанавливается заблаговременно. В конце августа, до начала учебного года, школы уже с этим графиком знакомы. Этот график они вписывают в свой единый график проведения контрольных, проверочных, диагностических работ. Вывешивают его на сайте образовательной организации и знакомят с ним родители. И вот еще раз повторюсь, для того, чтобы избежать дублирования, мы рекомендуем использовать результаты ВПР в качестве итоговых контрольных работ. То есть, чтобы не проводить 2 итоговые контрольные работы, проведите 1 ВПР по единым текстам, по единым критериям ее проверьте. И это будет, если вы объективно провели эту работу, это будет объективный результат. По этому результату мы потом можем сравнить, учитель, например, результаты своего класса с результатами ребят из другого города, или с другого района, или сравнить с краевыми результатами, даже с общероссийскими, и увидеть какую-то тенденцию, динамику и так далее. Ну и
Еще здесь один очень важный момент надо отметить, что контрольные, конечно, они были всегда, но раньше учителя их текст этих контрольных работ брали из каких-то пособий методических, из выпущенных книжек. Нередко даже сами придумывали задания на контрольные работы. И очень сложно было определить их уровень, схожи ли они вообще по всей стране и так далее. А вот как раз проведение всероссийских проверочных работ нам вот этой проблемы позволяет избежать. Ну вот как-то заранее к ним можно подготовиться родителям дома с детьми? Конечно. Ну, во-первых, все образцы всероссийских проверочных работ по всем классам, по всем предметам заблаговременно размещаются в открытом доступе. Для этого родители могут обратиться к сайту Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, то есть Рособорнадзор, и к сайту Федерального института оценки качества образования. Как раз на сайте Федерального института оценки качества образования размещены все образцы, все критерии проверки, все описания работ по всем классам и по всем предметам. И в течение года учителя готовят ребят, но готовят специально готовить и натаскивать к проведению ВПР совсем не нужно. Угу. Еще раз повторю, задания, которые включаются в эти работы, они четко соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, по которым мы детей и учим. А, Светлана Петровна, можно ли куда-то обратиться школьникам, педагогам, родителям по вопросу проведения всероссийских проверочных работ? Безусловно. Как я уже сказала, во-первых, материалы размещаются на сайте Федерального института оценки качества образования и Рособорнадзора. Кроме того, все материалы, касающиеся проведения ВПР именно краевого масштаба, регионального уровня, они размещаются на нашем официальном сайте, на сайте Министерства образования Ставропольского края. И все желающие могут, естественно, с ними ознакомиться. И дополнительно, если у родителей или у педагогов возникают какие-то вопросы по проведению этих работ, они могут обратиться по телефону горячей линии к нам в министерство, телефон 357623. Мы постараемся на все вопросы ответить. Угу. Ну вот еще раз хочется уточнить, абсолютно во всех школах Ставропольского края, да, в любых селах все, да, это действует. Да. Нет ни одной, где это не проводится. А, хорошо, кроме ВПР в школах, проводят ли другие исследования? Если да, то какие? Ну, если говорить вообще об исследованиях и работах различного уровня диагностических и проверочных, то следует сказать о том, что в России на сегодняшний день сложилась так называемая единая система оценки качества образования, в которую помимо всероссийских проверочных работ, о которых мы сегодня с вами много говорим, входят также всем известные процедуры государственной итоговой аттестации. Это единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, государственный выпускной экзамен. Но ВПР, сразу говорю, не является аналогом государственной итоговой аттестации. Это совсем другое. Кроме вот этих оценочных процедур, о которых мы уже с вами сказали, есть еще так называемые национальные исследования качества по каким-то предметам, по метапредметным знаниям и так далее. Но сразу говорю, исследования — это те работы, которые не оцениваются. Они проводятся для того, чтобы потом скорректировать образовательную программу по предмету, скорректировать, может быть, если нужно это, стандарт по предмету и так далее. Кроме исследований национального уровня, в регионе проводятся региональные проверочные работы. Но в связи с тем, что, как вот мы сегодня поговорили, всероссийских проверочных работ достаточно много уже, и классов много, практически все параллели охвачены, и предметы большое количество охвачено. На региональном уровне мы проводим работы и исследования в тех классах, в которых ВПР не проводится, для того, чтобы нагрузку на детей не увеличивать. Ну, например, мы проводим в начале года учебного оценку готовности первоклассников к обучению в первом классе. И результаты этих исследований дают учителям помощь, подсказку, что можно делать с этими детьми, как они готовы, как с ними работать и так далее. Кроме того,
Очень популярно сейчас, и мы все над этим работаем, и в крае, и в стране, это оценка функциональной грамотности обучающихся. Функциональная грамотность, она состоит из нескольких этапов. Это читательская грамотность, естественно, научная грамотность, математическая грамотность. И мы в регионе проводим оценку функциональной грамотности по среди обучающихся шестых классов. То есть это то, что на федеральном уровне не проводится. Ну и кроме этого, наша страна и, соответственно, наш край, потому что очень часто мы принимаем участие в этих исследованиях, участвуют в исследованиях международного уровня. Их много, этих исследований, но Россию интересуют в основном три исследования международных. Это исследования качество понимания и чтения текстов, которое проводится среди четвероклассников. Его называют PIRLS. Исследование математической и, естественно, научной грамотности, которое проводится в четвертых и в восьмых классах. Исследование TIMSS. И еще одно исследование, которое проводится среди 15-летних школьников и студентов профессиональных образовательных организаций в том числе, потому что там могут быть такие. Здесь главное возраст 15 лет. Это исследование PISA, которое оценивает несколько уровней грамотности. Вот, кроме тех, которые я сказала, три – читательское, естественно, научное и математическое. Еще оценивается креативное мышление, финансовая грамотность, глобальные компетенции. И вот эти исследования международные, они проводятся уже в России довольно давно. Ну, наверное, около 20 лет уже Россия в них участвует. Проводятся они определенными циклами. Ну, например, PIRLS проводится каждые 5 лет, TIMSS каждые 4 года, а исследование PISA каждые 3 года. И результаты, которые мы имеем на протяжении уже вот этих многих лет по итогам этих исследований, они позволяют увидеть проблемы и успехи российского образования. Чем это интересно и какие выводы мы уже можем сделать? Ну, например, российские школьники показывают очень хорошие академические знания, и особенно в начальной школе. Это говорит о том, что вот так программа наша построена, и учителя работают, ну, я не могу сказать, добросовестно или недобросовестно, но так, чтобы знания соответствовали мировым стандартам. Например, по исследованию PIRLS, которое было проведено в 2021 году, в прошлом году, наши четвероклассники вошли в десятку лучших стран в мире. Исследование TIMSS тоже показывает хорошие результаты. По естествознанию четвероклассники заняли, наша Россия заняла 3-е место в мире. А в этих исследованиях участвуют очень много стран, до 80 стран. Ну и вот проблемы, которые мы видим, эти проблемы нам показывают другое, третье исследование, исследование PISA для более старших школьников, как мы и сказали. Почему? Потому что это исследование проверяет практические знания детей. То есть там не просто задача, грубо говоря, 3 плюс 2 равно 5, а необходимо в задании и в решении свои знания практические, которые у тебя есть, применить в решении задачи и взять их из жизни, то есть из твоего жизненного опыта. И мы видим, что предметы, которые преподаются в школе, они не так много направлены на жизненные ситуации. Вот здесь и проблемы. И вот здесь есть над чем работать, но мы надеемся, что мы работаем в этом направлении все вместе, что результаты будут улучшаться. И вот в ближайшее буквальное время, в апреле-мае этого года, наш край вместе с 43 субъектами нашей Российской Федерации вошел в выборку. Выборку определяют организаторы исследований. И мы будем участвовать в исследовании PISA
в этом году. Правда, количество образовательных организаций, которые отбираются для международных исследований, оно очень маленькое в регионе. Вот в этом году у нас будет участвовать 5 образовательных организаций, всего из 5 муниципалитетов. Но для страны, как бы вот, где 5, где 6, где 4 школы отобрано, этого вполне достаточно, чтобы потом увидеть уровень. Поэтому мы готовимся и надеемся, что результаты будут хорошие. Светлана Петровна, мы желаем вам дальнейших успехов, спасибо, конечно, и реализации всех ваших планов. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Ну, а в гостях у нас была Светлана Гонделева, заместитель начальника отдела общего образования Министерства образования Ставропольского края. Ну, а вы, уважаемые телезрители, берегите себя и оставайтесь на своем.